Вчера вечером ходили в магазин в Пятерочку и купили фрукты. И вот как захожу на кухню, вот положила, да, как захожу на кухню, так апельсинами пахнет. Прям ароматные такие настоящие. Яблоки-то у нас с прошлой недели, еще старые, а вот апельсины пахнут сильно. Купила авокадо, сегодня буду с черным хлебушком, перекус у меня такой будет. Вот, и бананчики спеют. В холодильник не стала их ложить, потому что они, ну, немножко зеленоватые. А вот такой лучок у нас уже есть. Там у Михалыча на окне. Я называю это его огородом. И вот сейчас буду цыпляткам резать и кормить луком. И, кстати, в супермаркетах никогда не беру масло сливочное. А тут вчера взяла, потому что у меня закончилось такое, ну, местное масло, да? С Алтайского края, которое всегда берем на развес. И взяла вот такую пачечку. Прочитала, состав только сливки пастеризованные. Все, больше ничего нет. Но я его развернула сейчас. Вот у меня ночью полежала. Во-первых, на запах. Пахнет маслом, никакого маргарина. И на вкус тоже. Настоящее сливочное масло. Молодцы. Московская область рулит. Единственное, что, конечно, издалека везут к нам его. Вот так что можно такое масло брать. Вот так я обычно потрошу петухов. Ощипываю, тут у меня перья, тут у меня горячую воду сливаю, в тазике замачиваю и смотрю ролики. Вот сейчас у меня Наташа Болтенкова на канале. Вернее, я у нее на канале. И смотрю, какие у нее собачки лапушки. А внученька какая чудненькая. Вот так между делом, отдыхая, я петухов щиплю. Кто приехал к нам? Мишенька приехал. Да, что-то у тебя шея красная, почесал. Ой-ой-ой, вот это ты начесал, так начесал. От кофты, наверное, начесал. Он кашеньку кушает, да, Миша? Вкусная каша? Да, Мишеньку подстригли, красивый мальчик стал. Хлебушка кусай. Такой хлеб вкусный вчера купили в Пятерочке. Сейчас покажу. Бородинский вот такой. Немножко вот. Так. Бородинский вот такой хлебушек. Черный. Состав: пшеничная мука, ржаная мука, солод сухой, дрожжи, соль и все. А, кориандр. И все. То есть никаких там тебе улучшителей вкуса, подсластителей, еще там чего-то. Прям очень понравился. Сегодня сходим еще возьмем такой. Да, Миша? Да. Да, моя умничка. Приятного аппетита тебе. Угу. Скажи спасибо. Спасибо. Да, умничка мой. Вот так, вот так, вот так. Миша пришел. Оба сразу по-хозяйски. Раз. И все. Вот ничего себе, сколько у тебя игрушек. Много. Так, а стульчик бери. Пойдем перепелочек посмотрим. А стульчик бери. Оранжевый. Бери. Немножко поплакал. Мама привезла его. В последнее время вообще не плакал. То ли в садике научился плакать. Так-то мы с ним дружно вообще живем, да, Миша? Так. Опа. Хорошо встал. Сейчас тебе приподниму. Перепелок будем смотреть. Ну-ка посчитай, сколько перепелок. 1, 2, 3, 4. Ой, что-то ты много насчитал. Две перепелки, да? Один мальчик, одна девочка. Вот этот светленький мальчик. Плохо видно. Один светлый мальчик и такая серенькая девочка будет. Все, водичка у них есть, да? У нас тут огород на окне растет. Салат. Это Тима тебе прислал самолетик, да? Тима? Да. Спасибо тебе, Тима, скажи. Скажи спасибо. Спасибо, Тима. Братик твой, да? И вот мотоцикл тебе отправил. А на мотоцикл можно курочку поставить. Все, поехала курочка. Ой, упала. Угу. Ну ладно, играй, пойду дальше работать. Снег тает на улице. Хорошо в теплице стало видно курочек, как они там бегают, гуляют. У них там такой кипиш теперь, за каждую курочку петухи дерутся. Весна на улице. Друзья, мне дочь принесла мультипекарь.
принесла мне его погонять. Она довольна им очень сильно. И я сейчас буду его опробовать. То есть мы с Михайловичем думаем, надо нам его или нет. Если я скажу да, значит мы его берем. Вот сейчас я сделала тесто для вафель и замариновала мясо еще. Сначала вафли постряпаю, а перед приходом Михалыча я еще и мяско сделаю там, зажарю, запеку. Буду пробовать, покажу вам результат. Ребятушки, у меня с первого раза получились вафли. Отличный результат. Мне очень нравится этот мультипекарь, поэтому Михалыч сегодня закажу его, пусть покупает. Пусть у меня будет праздник. Потому что Михалыч любит всякие печеньки, всякие вкусности. Я ему даже вчера ничего не купила в магазине. Он просил печенье. Я говорю, нет, я из настоящего сливочного масла. Говорю, тебе завтра, говорю, спеку вафли. Даша привезет нам мультипекаря. Все. И сейчас вот начну делать мяско. Нет, не сейчас. Чуть попозже, перед приходом Михалыча. Чтобы свеженькое и тепленькое. Вот такие дела. Так что будем брать. Потом покажу, какой придет. Сам читаешь, да? Как танцует Миша? Так, коробку убираем. Вот сюда иди. Эту тоже убираем. Ну, давай танцевать. Давай, будешь за бабой повторять, да? Раз. Пяточка, носочек. Пяточка, носочек. Пяточка, носочек. Вот, молодец. Пятка, носок. А теперь покружились вот так. Вот так, вот так. А еще пяточка, носочек, пяточка, вот так, молодец. Пяточка, носочек. Молодец. А теперь приседания. Давай. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чижика собаку, Петьку забияку, обезьяну попугая. Вот! Компания какая, вот компания какая, вот так. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика собаку, Петьку забияку, обезьяну попугая. Вот компания какая, вот компания какая. Вот так, ну-ка как Миша танцует, показывай. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика собаку, Петьку забия, ку-ку, обезьяну попугая. Вот, вот компания какая, вот компания какая. Молодец, тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика, собаку, Петьку, собаку, обезьяну, попугая. Вот компания какая. Да ты умничка. Любимая песня наша, да? Да. Вот тебе комод, смотри. Как тебе? Человек. Тут он размер нормальный, да? Люди несут. Саша, отойди. Давай отойдем. Таких больше нету. Они все крупные ящики. Они были чистые, да? Да? Да. Так, ну пойдем вот отсюда. Мы сейчас все обойдем, и я попытаюсь, как сказать, угадаешь ты или нет, как я выбрала дела. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть по всем рядам пройдем? Ну, я так понимаю, коробки ты не могла выбрать. Нет, коробки точно нет.
Так что вот этот ряд точно нет. Я знаю. Мне что-то не раскладывать каждый день. Я легла. А? Ну да, чтобы я вот легла и легла. А? Ну все тут вот стоял дела на коротком. Нет. Кухня. Что мне тут калачиками что ли складываться? Нормальный диван в зал, да? Ты придумал. Это на веранду или на кухне. Да нормально. Да. Продано. Продано. Все, все, продано, все. А? Вот по нашей конфигурации вот такой, но он плохой, неудобный. Этот нет. Саня, а ты стулья, ты зачем начинаешь крутить? Ничего. Вот этот мне понравился. Не двигается, что ли, вообще никак? Вот это меня не шатает. Или она не прибивается, вот так вот двигается, или как? Ну, не знаю. Я имею в виду, что просто мне конфигурация понравилась с языком вот этим. Но не в ту сторону, опять же. Вот это советский диван. Помнишь, такие были? Не, не было. Такие еще продаются. У нас не было такого. У нас был простой. Такой, как мы вообще земля покупали. Вот такого типа. Второго видишь, что он стоял. Вот, угу. Да, но он какой-то, не знаю, деревянный. Вот. Срамота. Срамота? Да кого он как раздвигается-то? Не знаю. А вообще, наверное, не раздвигается. А, нет, там снизу вот раздвигается фигня. Никуда не себя. Не нравится. Ну, я знала, что тебе не понравится, поэтому я тебе и привела, чтобы ты тоже оценку дал. Ну вот такой же аналогичный. Да, такой же. Да, все, кончились диваны. У нас сегодня день зарплаты. И с Михалычем попали в пятерочку. Рассказывают, что покупали. Меладора, краснодарский соус. Приправа, перец красный. И для нежного филе маги. Дальше колбаса, вязанка. Никогда не брали, взяли попробовать. Помидорки черри. Сметана 15%. Яблоки. Вот интересная упаковка. Тут и зеленые яблоки, и красные. Такие вот. И на сок, и покушать. Дальше вот такой морской коктейль взяли. Гречка. Дрожжи. Сырые. Михалыч у меня уже второй день просит вот таких пельмешек. Ох, темновато так. Не знаю. Просто такие пельмешки мелкие. Ну, взяли, попробуем. Дальше филе курицы взяли. Хотя я петуха сделала. Но вот когда я в мультипекаре делаю, то магазинскую беру. Дальше хлебушек бородин. Бородино. Творог взяла для цыплят. Пора их уже подкармливать. У меня большие такие уже вымахали. Ребятки, вот такой вот алтайская буренка. Дальше Михалыч взял вареную сгущенку. С нами еще Даша ходила, и мы проспонсировали ей огромный пакет продуктов тоже. И в итоге у нас получилась сумма... Что-то больше 3000. Что-то я не вижу тут почему-то. Но я еще без очков. 3,5, что ли. Так. И взяли вот варенье, да, мы подходили выбирать. Это карельское варенье. Мы буквально вчера я помыла баночку из-под брусники. И думаю, скорее бы они приехали. Варенье интересное, оно с пектином. Очень вкусное.
Скажите мне, что это подделка, я не поверю. Михалыч взял чернику, что ли, или голубику. А я бруснику вот таких вот два, тоже на 3500. Такие вот. Нам надолго хватит, на полгода точно. Все, такие вот покупочки у нас. Пельмени уже варятся. Кстати, называются они премиум. И делаются они у нас в Алтайском крае, у соседей. Город Камень-на-Оби. Что характерно? Состав прочитала. Ой, сейчас убегут мои пельмени. Состав прочитала. Высший сорт говядины, свинина. Лук репчатый свежий, там соль поваренная, пищевая, чеснок свежий, перец черный молотый, перец красный молотый, кориандр молотый. Ну и, конечно же, окислитель Е506. Как же без него-то? А самое интересное, ниже написано. На территории предприятия используется мясо птицы, сельдерей, горчица, яйца куриные, соя, молоко и продукты их переработки. То есть, как бы так извиняясь, что вдруг в ваши пельмени попадется соя там, или мясо птицы, извините, на территории предприятия используется это. Вот так. Интересно. Ну ладно, попробуем. И делаю соус для пельмешек грузинский. Вот тут у меня соус краснодарский. Чеснок туда выдавила. Я немножко сделала, потому что на ночь глядя, чтобы немного не есть острого. И сюда же добавлю. Вообще сюда петрушку надо добавить. Либо кинзу свежую. Где же ее взять? Есть у меня укроп замороженный. Поэтому укропчик туда вот положила. Так, надо мне настроить камеру. Заново ее, как была, темновато снимает. Вот такой соус к пельмешкам. А еще мы купили виски. Мы никогда их не пробовали. Но не показываю на камеру. Сейчас будем дегустировать, что это за дрянь зарубежная.